И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют стройсолдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим.